Всем здравствуйте! Жизнь дочери Любови Успенской была тернистой. На протяжении нескольких лет дочь прославленной артистки боролась со страшными последствиями зависимости. Чего только не было в отношениях родственниц. Татьяна Плаксина обвиняла знаменитую мать в неадекватности, сбегала в США к отцу, где вела себя тоже довольно странно. В конце концов, история с веществами, вызвавшими зависимость, осталась позади, а девушка воссоединилась с Любовью Успенской. Сейчас в отношениях матери и дочери тишь да гладь, и артистка, кажется, решила помочь наследнице пробить дорожку в мир шоу-бизнеса, ведь Татьяна Плаксина вдруг решила посвятить свою жизнь музыке. Звезда не скрывает, что вложила в кровинушку немало средств, но они, по ее словам, окупятся. «Деньги будут сыпаться на меня дождем», — говорила о своей позиции Любовь Успенская в одном из интервью. Судя по всему, ради этой цели Любовь Успенская даже занялась внешностью дочери. Нельзя не признать, что прежней Татьяны Плаксиной больше нет. Внешне она за последнее время сильно изменилась. Поклонники гадают, результат ли это хирургического вмешательства. Точку поставил пластический хирург Владимир Плохотин, заявив, что ее точно перекроили и закололи. У Татьяны, конечно, сделана пластика носа и костного отдела, и хрящевого переделали по полной, и, думаю, даже не один раз. «Подкачаны губы, скулы и носогубка, видно, что колола ботокс», — сказал специалист про дочь Любови Успенской. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.